Больше 200 раз нарушили полный запрет на ловлю рыбы жители Астаны и Акмолинской области. Об этом сообщили в инспекции рыбного хозяйства. И хотя сегодня ограничение на рыбалку частично снято, инспекторы отправились в рейд. А вместе с ними Ринат Абдулкаюмов. Эти кадры сделаны во время полного запрета на рыбалку в Астане и Акмолинской области. Судя по видео, некоторые любители закинуть удочку почти ничего не боятся, кроме одного – штрафов. С 15 апреля по 20 мая представители рыбинспекции выписали 205 протоколов. Нарушителей оштрафовали больше, чем на 4 миллиона тенге. Сегодня запрет действует частично. Запрет действует в настоящее время в связи с прохождением нерестового периода, именно карпа-сазана. Нельзя беспокоить эту рыбу. Она должна спокойно отнереститься. За каждый выловленный килограмм карпа-сазана накладывается штраф в размере не менее 7500 тенге. И здесь неважно, будь то река или арендованный охраняемый водоем, браконьеры могут оказаться в любом месте и в любое время. Мы сейчас направляемся в сторону рыбаков, проверим наличие путевок. Законно ли они рыбачат, и что они поймали, будем проверять, какую рыбу. Здесь все в порядке. Дедушка, которому за 70, рыбак со стажем. Все знает и старается следовать всем правилам. Во время рейда инспекторы рыбного хозяйства рассказали нам, что ведут мониторинг не только на воде, но и в воздухе. Так проще вычислить потенциальных нарушителей. Добраться до них они могут как по воде, так и по суше. Сельская бассейная инспекция рыбного хозяйства, инспектор Шарипов. Прошу предъявить путевку. Путевка – это разрешение на рыбалку. И такие иметь на арендованных водоемах обязательно. После проверки документов был осмотрен салон машины. Нам снова попались законопослушные казахстанцы. Какую рыбу сегодня будете ловить? В основном судак. Получается, у нас донки. Это снасти такие, которые с грузилом закидываем на водоем. На глубину начнет клевать, дает звоночек, у нас колокольчики, и потом мы тянем рыбу оттуда. Эти снасти разрешены. Тем не менее, некоторые рыбаки пользуются запрещенными снастями. В период запрета люди пытаются ловить на сачки, экран, так называемый. Это что экран? Экран – это запрещенное орудие лова, это маленькая сеть, она продается. Хоть и запрещенный к продаже, но она продается, и рыболовы этим пользуются. Здесь важно понимать, что судьбу конфиската – это могут быть лодки и снасти – решает суд. И чаще всего браконьеры остаются ни с чем. Нынешний запрет на ловлю карпа и сазана продлится до 20 июня. В это время любителям рыбалки следует быть предельно внимательными. Нарушение правил может ударить по кошельку. Также не стоит забывать об основных запретах. Нельзя рыбачить у плотин, шлюзов и мостов, на протоках, соединяющих озера между собой. А еще не следует использовать орудия для ловли, запрещенные законом. Ринат Абдулкаюмов, Айтуган Бахланов, Акмолинская область, Первый канал, Евразия.